Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей, мы сегодня со мной Тоди. Короче, сегодня снова осеричка, будет две темы, это то, что мы пытаемся сейчас выкупить бизнес один, а второе, что есть самый дорогой дом на сервере. Также не забывайте вводить мой промокод KGAME, вот пишите KGAME, и вам дается 50 тысяч, как только вы играете 7 часов, поэтому вводите, пользуйтесь и погнали. Так, вот такая тема, короче, есть аукцион, и здесь, типа, можно, там, квартиры выкупать, бизнес, да, вроде. Да. И мы тут поставили ставку, там, третья страница, вроде, да, вот. Вот это, я поставил, он, Кирилл поставил. Не, я опять уже поставил, да, потом чувак пришел, перебил. Еще, вот, да. Видите, я стою на первом месте сейчас, никто не перебивает. Это 24/7 возле банка, пацаны, который хотел Тоди словить, точнее, Фоди. Я поставил Лям. Если что, ссылка на его канал будет в описании, там, гляньте, как он хотел его словить. Короче, я поставил 5 лямов, все свои бабки, пацаны, поэтому, блин, надеюсь, я его солю, и он будет прибыльный. Потому что если он будет не прибыльный, и я дам за него 5 лямов, это будет же жестко. Так, да, это Андрей пришел. Этот бизнес можно перепродать за большие деньги. Это больше, чем Кирилл поставил 5 каких-то миллионов. Этот бизнес можно продать за лямов 30, потому что он реально годный, приносит большие бабки. 100 тысяч. Не, ну посмотрим, что. Напишите, пацаны, в комментариях, кто шарит, типа, надо его вообще ловить или нет. Ну, понятное дело, если программе деньги вернут, слава богу, это радует. Прикинь, если бабки не возвращались. Это был бы пипец просто. Сейчас мы направляемся, пацаны, на гору, вон ту гору, короче. И там есть очень интересный дом. Мне интересно, вообще мы сможем в него зайти и интерьер хотя бы глянуть. Стоит он сколько? 1 миллиард 500 миллионов? Да. Пацаны, это жестко, я таких домов дорогих нигде еще не видел, поэтому я думаю, это стоит посмотреть. Все, погнали. Так, все, мы приехали, вот это дом. Кстати, этим домом владел ютубер Евгений Мэп. Как бы, это, блин, круто. Я не знаю, я не смотрел видосы, правда, он с Ковлевским, по-моему, снимал. Кирилл. О, тут гаражи, смотри. Кстати, смотри, продаются. Ну, смотри, в этом смысла нету. Блин. Видишь, нажимать на F нужно, и ворота открываются. Ну да, ну. И гаражи свои. А, личные. Ну да. Ну их покупать, в принципе, нужно, но его ловить тут смысла нету за 250 тысяч, потому что вы, во-первых, сюда не зайдете, во-вторых, не выйдете, поэтому... Не, ну дом шикарный, конечно, пацаны. Теперь самое главное... Да, посмотрим. Давай ценник посмотрим, я сейчас правда. Просто нарахуй. Ебать. Извиняюсь, я ж подавился, когда цену увидел, это пиздец. Вот это называется пиздец, так, а войти в него нельзя, да, я так понял? Да. Это VIP-дом, видишь, там написано VIP-класс? Да, VIP-класс, цена, ёпт, твой налево. Ежедневная оплата 10 тысяч, количество комнат 4, номер 707, пацаны, это жестко. Да. Дом за 1 миллиард 500 миллионов, я не знаю, кто его сможет себе позволить, наверное, кто-то админ какой-то, ютубер, мэп. Понятное дело. Ну да, мэп какой-то там, миллионник, ну потому что им, в принципе, администрация деньги выдает и все, это понятно. Не, ну блин, дом реально годный, но, блин, сильно дорого, как по мне, обычный игрок его никак не купит, вообще. Просто никак. Как бы, блин. Вводите наши промокоды, ну, да, я уже если говорил. Что. Вот. Ну, давай, а ну, встань рядом, скриншотик сделай. Угу. Рядом, рядом. Прям рядом встань. Просто дом за лям, за 1 миллиард, пацаны, 500 тысяч, это пипец, просто много. Это просто дом, я не знаю, какого уровня. Я не знаю, что там в середине, мне кажется, внутри там вообще пиздец. Просто. Вот, он еще на таком месте находится, смотрите, какой краевид. Просто да, красота красивый. Реально. Да. Видно Останкино. С другой стороны у нас море, там все дела. Так, вот, с этой стороны у нас видно пирс. Кстати, здесь же, по-моему, яхты можно покупать, но это да, только да, VIP да. Для VIP-игроков. Короче, а на Шан видно. Не, ну дом, конечно, классный, но очень дорогой, как по мне. Не знаю, стоит он этих денег или нет, пишите в комментариях, но как по мне это нет, очень нет, дорого. Не, не стоит. Думаешь, не стоит? Да, думаю, не стоит. Потому что... А сколько, сколько можно машин иметь? Прикинь, если сюда задонит 150 тысяч, то получается миллиард, да? Или это 150 лямов? Нет, это получается 150 лямов, да. Пиздец, пацаны, придется лям донатить. Реально, лям, придется донатить лям. И 500 тысяч получается? Нет, прикинь, лям если... и 50 тысяч. Лям задонатить, и этот дом все равно слетит. Блин, мне интерьер интересно было бы посмотреть, в принципе. Ну а так, дом красивый. Красиво сделан, маппинг нормальный такой, в принципе. Ну я знаю, с чего это сделано. Это с этого. Внизу видел, там такой есть бар. Сейчас покажу. Нет. Сейчас я залезу. Смотри, я знаю, с чего это сделан дом.
Понял, как в ОПГ, вон, вот та херня, смотри, смотри. Видишь, вон, вон, вон. Вон там, прямо. Вот это из него сделано, прикинь, это дом. Я тебе отвечаю просто, я просто отвечаю. Видишь, даже вот эта хрень на крыше, та же самая. И терраса, это все. Не, ну, прикольно сделали, классно, в принципе. Ну что ж, пацаны, на этом мы будем заканчивать. Такой был, грубо говоря, разговорный видосик. Показали, что происходит на данный момент, потому что видосов не было, по-моему, по размеру 2 дня. Поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все есть в описании, можно играть как с мультиплеером, так и без. Поэтому ждем вас на 4-м серии Радмира. Все, всем пока-пока. Пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.